Целишься в меня? Ладно. Ugh.
какой путь лучше? Дина. Идем дальше. Должен остановить.
его. Защищай себя. Хочешь поиграть в игру? Давай, будет весело. Грядет конец света, а ты предлагаешь мне игру? Можно умереть счастливыми. И что это за игра? Ну, я что-то вижу, а тебе надо угадать, что это. А как я угадаю? Просто угадай. Трава? Нет. Камни? Нет. Глупая игра. Нам нужно вернуться в храм. Ладно. И что теперь? Ты права. Здесь тихо. Тихо, но тревожно. Иди. Я готов. Дождись прыжка. Ха!
Еще. Донеши. Спасибо! Сейчас важнее всего плодородные земли. Нам нужно туда. Нет, ты уже забрал у меня положенное. Большего не получишь. Ты знаешь, что я получу? Нет! Я потерял ее. Отец? Потерялась. Ушла. Я здесь. Мы можем остановить это. Если ты поможешь исцелить землю. Нет!
трогай его. Спаси. Это я. Да он убьет меня. Мы не знаем, что он сделает. Что еще он сделает? Если бы я мог это делать без этих плит. Ну, подумай о местах, которые можно разграбить. Расхищение могил. Вот славное было время. Теперь мы сможем войти в плодородные земли города Света и Дворца. Попробуем. Ты знаешь, чего я прошу? То, что ты это видела, не значит, что так оно и будет. Твое падение. Ахриман, пытающийся... Это видение не от Ахримана. Но вдруг этого не случится. Никому неведомо грядущее. Хуры не могли выбрать одну силу и придерживаться ее. Это должно напоминать нам о том, что у людей не должно быть слишком большой силы. Так сказано в записях. Я думаю, Армуст хорошо знал людей, чтобы давать всю силу в одни руки. Как ты собираешься привлечь людей назад? Распространить весть о том, что Ахриман снова надежно заточен и их зовет обратно долг. Я долго думала об этом,
Но ответа у меня нет. Только надежда. Нужно рассказать об Ахримане другим. Они могут помочь. Ну и кто из нас наивнее? Ты расскажешь людям про Ахримана, и люди захотят остановить его. А сколько придет тех, кто захочет его выпустить? Получить то, что он им пообещает. Мы вдвоем можем спасти эту землю от Бога, но не от людей. Нам не хватит сил.